Скажи, сегодня начали хорошо чемпионат премьер-лиги. Каким-то образом команда «Импульс» немножко осознала прошлогодний вылет и такое счастливое возвращение. И какие вообще задачи на этот сезон? Ну, если мне не изменяет память, мы первый раз в СФЛ обыграли этих ИТМО. Вот, да. И, конечно, с новыми силами приходим играть. Вот. То, что вылетели, да, всем было грустно. Вот. И настроение команды побеждать всегда. Вот. Сейчас у нас прошел отбор. Вот. Новые ребята приехали. Старые подтянулись. Вот. Ну, будем выигрывать. В общем, вот так вот. Сегодня нельзя не отметить не очень хорошую игру вашего сокомандника Виктора Юрьева. Вот. Что можете сказать, почему так получилось? Да со всеми бывает. Все как-то могут накосячить. Но ошибки делают сильнейшие, чтобы потом еще выйти более сильными. Поэтому ошибки – это нормально в футболе. Главное, чтобы он их сам понимал и становился лучше как футболист сам, этот человек. А зная Витю, он сам очень переживает по этому поводу, когда он ошибается. Поэтому я уверен, что он сделает определенные выводы и будет лучше. Начали хорошо матч, но потом немножко упустили какую-то инициативу. Как удалось вернуться в игру, чтобы одержать победу? Ну, слава богу, мы упустили инициативу уже в конце первого тайма. Вот. И в начале второго уже в перерыве общались, разговаривали, как играть, что делать, что сделали неправильно. Вот. Поняли, что лишние слова друг другу говорим, что как бы сразу начинаем ругаться. Вот, старались больше поддерживать ребят. Ну и в самом начале забили гол. Вот, мне кажется, это хоть какой-то показатель того, что мы как команда. Мне просто кажется, что как команда мы стали намного лучше. Вот. Скажи, в основном такие дальние забросы идут, и вы играете в основном так высоко, чтобы попытаться. Это как-то вы заранее обговариваете или, ну, то есть, или это импровизация? Не, мы когда в раздевалке сидели, обдумывали, как играть, и хотели сегодня сыграть в футбол просто, поиграть, не сидеть на своей зоне, то есть не ждать ошибки соперников, играть на контратаках. Просто хотели близко сыграть, посмотрим, будет, да будет. Вроде сил хватало, людей тоже хватало, чтобы сменки делать. Вот так вот получилось. Как бы план на игру, который мы обсуждали в раздевалке, мы выполнили, и тому результат. Победили. Хорошо, с победой, удачи. Спасибо.